Здравствуйте, дорогие друзья! Перед нами аппарат вот такой модельки. Значит, металлический корпус. Вот так вот он выглядит снизу. Сбоку можно видеть HDMI, USB, питание и наушники 3,5 и кнопка включения аппарата. Сзади. Ну, вот так он выглядит. Значит, запускается таким вот образом. Нажимаем сюда. Щелк. Я его уже запускал, поэтому... Так. Куда тут двигать? Вот. Так, теперь неудобно, конечно, показывать. Давайте вот так сделаем. Во. Довольно прикольный экран, такое матовое покрытие какое-то. Довольно оригинально сделано, красиво. И тут везде свет, поэтому отсветка идет. Так, ну допустим музыка. Внутренняя память. Фотография. Единственное, вот неудобно мне каждый раз потом лазить. Во. Нашел, как поставить. Так, возьму в другую руку. Диктофон, настроечки. Ну, такой экран относительно тугой. Видимо, покрытие какое-то специальное. Так относительно сложно нажимать. Дальше фотографии. Но опять же открывается специальный альбом. Внутренняя память. Имейдж, картиночки. Нифига, что-то нету. Фотографии. О, есть какая-то фотография. Кстати, вот здесь вот написано проигрывание 1080p. Это очень оригинально. Перелистывание у нас происходит таким вот образом. Анимация есть. Неудобная кнопка вверху. Так. Ну, может быть, есть какой-нибудь один клип. Вот там в МКВ есть какой-то пример видео. Так, мы тут все порушим. Перемотка. Ну, довольно оригинальное устройство, красиво выполнено. Можно этот аппарат еще и дешевле найти, между прочим. Жалко, не... А, нет, вот переключается он вправо-влево. Ну, довольно оригинально. Ну, ладно, посмотрим потом. Выключаем устройство.
и ставим обратно.